Здравствуйте, уважаемые любители бокса. С вами Давид Кучешвили. Это 58-й чемпионат мира среди военнослужащих. Мы вновь находимся на арене спортивного комплекса ЦСКА «Игровой», где проходят предварительные поединки. Сегодня нам предстоит посмотреть бои весовой категории до 52 килограммов. Таких поединков будет 4. И дальше мы перейдем на категорию 75. Там тоже посмотрим 4 поединка. В первом бою встретится ирландский спортсмен Шон Иман Мари против Джулиана Макина Фернанда Джента. Ждем появления этих спортсменов. Я напоминаю, что всего сюда приехали 231 человек, 231 спортсмен из 36 стран. И в общей сложности они проведут 216 боев. Финальные поединки состоятся на ВТБ-арене имени Льва Яшина 25 сентября. А вот и ирландский спортсмен Шон Мари на наших экранах. Достаточно опытный. Огромное количество у него любительских поединков уже за плечами. В том числе, кстати, и здесь уже проводил первый бой. Было это вчера. Одержал победу над Мухаммедом Хусейном Хаджи. Ну и что касается вообще его участия, конечно, большую свою часть карьеры он провел в Ирландии. Я имею в виду любительскую карьеру. С 2012 года активно выступает на любительском ринге. И только недавно стал привлекаться уже в национальную сборную, попадать в основной состав и ездить на различные турниры, в том числе в Португалии был. Там потерпел поражение от Мартина Малины. Также ездил в Италию, первый поединок выиграл Хамза Мехмуда, но во втором проиграл Касмину Жирлиану. Но мы знаем, насколько опасны ирландские ребята, как они здорово выступают, в особенности, конечно, в профессионалах, но и в любителях тоже есть огромное количество успешных боксеров ирландских и в разных весовых категориях, в том числе, кстати, весовой категории до 75 килограммов. Но посмотрим, как сложится сегодня для этого парня. Тем более, что соперник у него достаточно серьезный. Участник Олимпийских игр, боксер из Мозамбика Джулиана Макина. Участвовал он в Олимпийских играх 2012 года, но проиграл там в первом раунде Александру Александрову, представлявшему Болгарию. Мы видим, что пока зрителей не так уж и много. Присутствуют в большей степени представители команд, болеют за своих ребят, переживают. Ну и, конечно, финальные поединки, они, как правило, привлекают большую часть зрителей. Thank you.
Ну что ж, друзья, сейчас будет небольшая пауза, и через 10 минут мы вернемся и посмотрим уже начало поединков. 8 боев нам предстоит посмотреть. Дмитрий Двали и также Александр Семыкин сегодня выйдут на ринг. Поэтому не переключайтесь. Thank you.
Уважаемые участники и гости соревнований, начинаем вечернюю программу четвертого дня 58-го чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Ladies and gentlemen, welcome back to the evening session of the fourth day of 58th World Military Boxing Championship. Вечерняя программа Лига А. 8 четвертьфинальных поединков весовой категории 52 и 75 килограммов. This evening session will enjoy 8 bouts male 2 weight categories 52 kilograms and 75 kilograms. Ну что ж, друзья, матч-боец представляет вашему вниманию 58-й чемпионат мира среди военнослужащих. С вами, как всегда, Давид Кучешвили. И нам предстоит посмотреть сегодня 8 поединков. 4 весовой категории до 52 килограммов, 4 весовой категории до 75 килограммов. Ждем первых участников. Это Мари Шон Иман из Ирландии против Макины Джулиана Фернанда Джента, представляющего Мозамбик. Ребята уже готовы к выходу на ринг. Что касается ирландского спортсмена, он провел огромное количество поединков в любителях. Большую часть своей карьеры выступал в Ирландии, но в последнее время активно выезжает на международные турниры, привлекается в сборную. И в том числе был в Португалии, провел там поединок, потерпел поражение от Мартина Малины. А также ездил в Италию в 2021 году. Там одержал одну победу и проиграл во втором поединке Касмину Жирлан. Ну и его оппонент, представляющий Мозамбик, участник Олимпийских игр 2012 года, где проиграл в первом раунде Александру Александрову, представлявшему Болгарию. Ждем этих ребят на ринге. Все готово к началу. Сегодня нам также предстоит посмотреть на Дмитрия Двали, который сразится с Рамозом Гонсалесом Мигелем Антонио из Венесуэлы в весовой категории до 52 килограммов. И Алексей Семыкин встретится с Миршарифом Казимзаде из Азербайджана. Мы слышим, что уже на ринге Б начинается поединок, ну а на ринг А только приглашают ребят, но еще не все готово, поэтому они ждут. И вот как нам сообщают, отсутствует судья-хронометрист, он сейчас не на месте, поэтому не могут начать этот поединок. Что касается вообще участников соревнований и где проходит данный турнир, проходит он в спортивном комплексе ЦСКА, игровой. При этом предварительные поединки именно там проходят, а финальные бои, как нам сказали, состоятся на ВТБ-арене имени Льва Яшина 25 сентября. И все эти бои мы покажем в прямом эфире. 231 спортсмен из 36 стран. В общей сложности они проведут 216 боев. Что касается наших участников, за которыми мы будем сегодня следить, болеть, переживать, и в том числе за Алексеем Семыкиным, который не так давно проводил поединок с одним из лидеров весовой категории до 75 килограммов, Дмитрием Коптяковым, который был первым номером сборной долгое время и сражался с такими ребятами, как Артем Чеботарев, как Дмитрий Бивол в свое время. И вот эта тройка — Коптяков, Бивол, Чеботарев — они периодически менялись местами. Ну и там, конечно, был еще Гамзат Газалиев, если помните, тоже активно выступал. И, как правило, вот он пытался вклиниться в эту тройку. Но это уже было ближе к Олимпийским играм 16 года, с 12 по 16. А до этого, если помните, был еще такой боксер, как Максим Газизов. Тоже
очень опытный спортсмен, мастеровитый, который всегда, практически всегда доходил до финала чемпионата России и там проигрывал Артему Чеботареву. В общем, в весовой категории до 75 килограммов у нас всегда были таланты, классные ребята, настоящие мастера. Мы помним и Гайдарбека Гайдарбекова в этом весе, когда он стал олимпийским чемпионом и победил Геннадия Головкина. И, конечно, ждем, когда же наши ребята вновь в этом весе станут лидерами. Потому что с учетом того, как выступаем мы в последнее время на Олимпийских играх, в этом весе, конечно, у нас давно уже не было успеха. Но при этом ребята ниже, которые выступают, там, конечно, у нас гораздо все было получше. На Олимпийских играх в том числе Альберт Батыргазиев одержал победу в весовой категории до 57 килограммов. Но, кстати, сказал Альберт, что будет подниматься он в весе. И уже тяжело ему гонять. И, скорее всего, будет выступать за 60. Поэтому посмотрим, как сложится для него дальнейший путь. И вообще Альберт говорил о том, что будет он выступать на двух фронтах, на любительском ринге и на профессиональном мы тоже его увидим. Ну и, кстати, то же самое сказал Муслим Гаджимагомедов, серебряный призер последних Олимпийских игр в весовой категории до 91 килограмма. Проиграл он в финале тогда кубинцу Хулио Лакрусу, уже двукратному олимпийскому чемпиону. Ну, конечно, кубинцы – это наши главные оппоненты, главные соперники, которые всегда завоевывают медали, которые всегда претендуют на золото в каждой весовой категории. У них жесточайший отбор проходит на острове Свободы, так называемом. И сюда приезжают настоящие мастера. Чего, кстати, нельзя сказать о профессиональном боксе. В последнее время, в последние годы кубинцы, которые переходят в профессионалы, никак не могут себя реализовать. Поскольку стиль, который они исповедуют, он не очень-то и подходит для профессионалов в большей степени. Да, мы, конечно, знаем такие примеры, как юниоркис Гамбо, тот же, который выступал достаточно неплохо в профессионалах, и его очень любит публика, но его любят именно за то, что он оказывается в нокдаунах и сам стремится к тому, чтобы отправить соперника на канвас. А вот таких ребят, как Гильермо Ригондо или Эрисланди Лара, их, конечно, сложно продвигать. И в том числе, вот, например, Хулио Лакрус, конечно, все понимают, что в профессионалах его никто не ждет с таким стилем, который он исповедует. Чего, кстати, нельзя сказать об африканцах. Африканцев очень любят за их силовую манеру ведения поединка. Они любят выбрасывать удары, любят скрываться за блоком, атаковать активно. Поэтому, конечно, африканских боксеров подписывают охотнее, чем кубинских. Но у кубинцев там еще и есть определенная проблема с тем, как начать свою профессиональную карьеру. Хотя мы знаем, что на Кубе она уже якобы официально разрешена, но пока нет таких примеров, чтобы кубинец, проживающий на Кубе, проводил профессиональную карьеру. Ну что ж, приглашается у нас на ринг первый участник 58-го чемпионата мира среди военнослужащих. Ирландский боксер Мари Шон Иман. Отличная любительская карьера. Правда, только он ее начинает, но при этом уже провел огромное количество боев. Большая часть из них в Ирландии была. И его оппонент Макина Джулиана, участник Олимпийских игр 2012 года. 28 лет. Все готово к началу. Мари Шон, представляющий Ирландию, у нас будет в
красных перчатках. Представитель Мозамбика Жулиано Фернандо Джента Макина будет в перчатках синих. Итак, все готово к началу. Первый раунд. Смотрим. А нет, начало пока не положено. Ждем. Там возникали проблемы с хронометристом, поэтому ребята очень долго стояли, ждали, когда их пригласят на ринг. Но вот первый поединок стартовал 4-го дня 58-го чемпионата мира среди военнослужащих. Смотрим, и мы видим, что в правосторонней стойке Макина Жулиано работает, старается встречать соперника. И как здорово, короткий боковой удар с правой руки ирландец в своем классическом стиле проводит. Но при этом натыкается на встречные боковые удары со стороны оппонента. Я напоминаю, что это весовая категория до 52 килограммов. Ребята очень быстрые, скоростные. Так, рефери делает замечание ирландскому спортсмену. Еще одна атака. Идет вперед, прессингует. Хорошо попадает с правой руки, точно в голову. И тут же боковой удар с его же стороны прошел. Есть еще один боковой в исполнении Мари Шона Имана. Продолжает он идти вперед. Ну и мы в целом с вами отмечали уже по ходу нашей трансляции то, что ирландцы действуют в большинстве своем именно так. Идут вперед, прессингуют, выбрасывают удары, скрываются за блоком и стараются не делать шаг назад. Ну а у африканских боксеров бывают и варианты. Но мы видим, что Макина достаточно высокий, с хорошим ричем, с хорошей дистанцией атаки. И он старается эту самую дистанцию выдерживать. Не подпускать к себе соперника, не давать тому сближаться. Вот снова несколько ударов наносит Мари Шон. И в ответ от Макины также по корпусу и в голову, но все в большей степени идет именно в блок. Незачем сближаться Жулиано Макина. Ему нужно как раз-таки работать от соперника, не давать тому подходить. И уже выставлять джеб, как только тот приближается. Но мы видим, что он дает пока работать Мари Шону. Довольно-таки спокойно ирландец выходит на ближнюю и среднюю дистанции. И оттуда уже атакует. Снова джеб. Раунд пока не завершен. Еще 15 секунд. Есть атака. Два боковых удара. Ну и мы видим, что попытался пробить боковой Макина Жулиано, но не получилось, попал в блок. Ну и вот говорит представитель Жулиано Макина, что
нужно постоянно атаковать и разрывать дистанцию, не оставаться на месте. Поединок возобновляется, второй раунд. Сразу же идет в атаку Джулиана Макина. Старается встречать передней рукой. Активно обрабатывает корпус и переводит на голову. Но вот мы видим, что и Маришон пытается также исповедовать силовой бокс. Прессингует он Джулиана Макина. Но при этом скрывается за блоком, не дает прицельно пробивать своему оппоненту. Есть боковой удар, плотный получился у Маришона. Он не так много ударов выбрасывает, как его оппонент, но при этом старается быть более эффективным. Есть удар с правой руки, правый кросс. Еще одна попытка от ирландского спортсмена. Вбрасывает сейчас джеб. Джулиана Макина. Полторы минуты до конца второго раунда. Пока нам представитель Мозамбика ничего не показал. Дистанцию выдерживать не получается. Встречать соперника тоже. И в целом с началом атаки тоже есть проблема. Удар сейчас пропускает Джулиана Макина. С левой руки еще одна атака. А тем временем остается все меньше и меньше времени. Выбрасывает сейчас двойку Джулиана Макина, но не попадает по сопернику. Есть левый кросс и тут же несколько ударов, но снова мимо. Ну и мы видим, что не так уже агрессивно ведет поединок Шон. Старается уже просто обозначать удары. Есть два боковых. Продолжает он прессинговать. Промахивается сейчас с боковым ударом. И остается на дальней дистанции, которая, по сути, ему не очень-то и выгодна. Ну что ж, пока все. Ждем третий раунд. Итак, третий заключительный раунд. Думается мне, что тактика африканского боксера не изменится. Хотя мы видим, что чуть агрессивнее стал он вести поединок. Начинает прессинговать Маришон. Попытался достать правой рукой. Там же боковой удар с левой от ирландского спортсмена. По блоку. Все по блоку приходится со стороны Джулиана Макина. В
Удар головой. Говорит рефери. Нельзя. Это запрещено. Боковой хороший от Маришона. Снова раздергивает передней рукой. И вот мы видим, что готовит также встречный удар Джулиана Макина. Выбрасывает джеб. Удар с правой руки. От Мари, но неудачно. А тем временем еще боксировать почти полторы минуты. Даже чуть больше. Есть еще одна комбинация. Но снова не попадает. Мозамбикский боксер. Очень много у него лишних движений. При этом не чувствует дистанцию, с которой нужно пробивать удары. Есть и правый прямой, и левый боковой со стороны Шона Мари. Снова прессинг мы видим в исполнении ирландца. Такое ощущение складывается, что Джулиана Макина опасается соперника и поэтому не хочет пропустить тяжелый удар. Но поединок он проигрывает. Попытался достать сейчас снова ударом с правой руки. Маришон. И тут же клинч. Но рефери вмешивается. Снова обменялись ударами. Контролирует центр Шон, но при этом его удар цели не достиг. Снова приходится рефери вмешиваться. А вот теперь все. Ну что ж, дело за судьями. И такое ощущение, что Джулиана Макина уверен в своей победе. Примерно такие же чувства испытывает и Шон Иман Мари. Итак, каким же будет судейский вердикт? Итак, единогласным решением судей Шон Иман Мари одерживает победу и проходит в следующий раунд. Поздравляю. Абсолютно заслуженно. Итак, следующий поединок в той же весовой категории. Итак, у нас Дамир Абдикадыр и Виданлаш Исхан Ранже Бандара. Ринга,
Дамир представляет у нас Казахстан. И он, кстати, является победителем международного турнира в Белоруссии. 9 мая он прошел. Ну, а что касается Бандары Ишана Ранже, он представляет Шри-Ланку. Head up, no holding, no low, lightly sweep. Okay? Good luck. Итак, Бандара у нас в красных перчатках. Дамир Абдикадыр в синих. Второй поединок. Та же весовая категория до 52 килограммов. И мы видим, что представитель Казахстана работает в правосторонней стойке. Раздергивает джебом. Пропустил, правда, удар навстречу от оппонента. Ну и с дистанции неплохо так Бандара атакует. Взрываясь, пару раз получилось достать соперника. Неплохо зашел за переднюю ногу Абдикадыр, но продолжение атаки не последовало. Бандара активно перемещается. Раздергивает передней рукой Дамир своего оппонента. И вот хороший боковой получился у Дамира. Попытался тем же примерно достать Бандара, но не попал. Пока точных атак силовых мы не видим в этом поединке в первом раунде. Снова раздергивает Абдикадыр. Попытался достать и дальней рукой, но снова неудачно. При этом пока инициативой никто особо не владеет в этом бою. С правой руки здорово пробил Бандара. Неплохая комбинация. Сначала два удара передней рукой и завершал левой Дамир, но опять же по корпусу достает, а в голову нет пока. Снова раздергивает передней рукой Дамир. Абдикадыр. И с правой неплохо представитель Шри-Ланки атакует. И тут же достает боковым ударом. Очень сильно сдерживает себя Абдикадыр. Видно, что есть возможность для атаки, но почему-то не решается бросать удар. Выбрасывать его. Итак, поединок сейчас возобновится, а пока смотрим наиболее яркие моменты этого раунда. Ну и, как мне кажется, что больше попаданий было у представителя Шри-Ланки.
А Абдикадыр Дамир пока так и не раскрылся. Так. В нейтральный угол отправляют боксеров. Бокс! И бой возобновляется. Второй раунд. Снова контроль дистанции передней рукой показывает нам Бандара. Стоп. Нолабло. Бокс. Стоп. Бокс. Стоп. Попытался пробить с правой в корпус. Представитель Шри-Ланки, но не получилось. Чуть активизировался Абдикадыр, но не так много и не так часто все равно атакует первым номером. Атака в корпус от Дамира. Промахивается тут же Бандара. Неплохая атака. Оказались у канатов боксеры. И снова занял центр Дамир Абдикадыр. Но никак не получается у боксера из Казахстана найти свою дистанцию и начать проводить оттуда атаки. Промахивается тут же Бандара. Снова раздергивает Абдикадыр и пропустил, правда, навстречу. Хорошая атака с правой руки. Бандара попадает. Меньше минуты до конца второго раунда. Есть, хорошая атака прошла у Дамира. С левой руки плотно приложился. Выбрасывает джеб. Есть еще несколько атак. Вот хороший боковой удар прошел. Все, раунд завершен. Ну и сейчас смотрим наиболее яркие моменты. Очень непростой поединок для Дамира. Явно неудобный спортсмен Бандара. Никак не получается найти нужную дистанцию и необходимый ритм боя, чтобы начать работать первым номером. И вроде бы пытается, раздергивает соперника. Вот посмотрите, неплохо. Дальней рукой периодически достает, но атак слишком мало у Дамира. Есть атака с правой руки от Бандары. Немножко отдал он сейчас инициативу и пытается взрываться с дистанции. Вот здесь
попытался снова с правой руки, хорошо, точно попадает Бандара. Промахивается сейчас с боковым ударом. Снова джеб. Есть еще одна атака. При этом остается не так много времени у Дамира. Ему нужно этот раунд забирать во что бы то ни стало. Stop. Listen to me, my friend. Stop. И вот раз за разом выбрасывает удар Дамир прямой, но каждый раз Бандара отвечает боковым. И при этом Дамир не всегда попадает, а вот Бандара гораздо чаще. Посмотрите, снова отступает и готовит вот этот боковой удар через руку. Ну и рефери призывает не бороться. Брэк! Стоп! Брэк, степ бэк. Бокс. Нападин! Брэк, нападин! А вот здесь уже клинчует явно Бандара для того, чтобы сдержать натиск соперника. Понимает, что, возможно, ведет в этом поединке и не хочет лишний раз рисковать. Нападин! No holding. Box. Stop. Так, раунд завершен. Сейчас судьи определят победителя этой встречи. Итак, единогласным решением Дамир Абдикадыр все-таки одерживает победу и выходит в следующий раунд. Поздравляем его с этой победой. Итак, ждем следующий поединок. Та же весовая категория до 52 килограммов. И у нас встретится представитель Монголии и Азербайджана. Четвертьфинал весовой категории 52 килограмма. Ритель боя Гонсалиара Виджисинг, Шри-Ланка.
And bout number three, 52 kilograms. The referee for this bout is Dongsanana Vijayasinghe. И вот мы видим, как пытаются успокоить одного из спортсменов. Энхманда Каркху. Монголия. И его соперник Масуд Юсифзада, Азербайджан. Каркху у нас... имеет за плечами 22 победы, 12 поражений в любителях. А что касается Масуда, 34 победы у него и 18 поражений. 25 лет Масуду и 24 года Каркху. Итак, смотрим. Третий поединок сегодняшнего дня. Бокс. Первый раунд, и тут же бросается вперед Масуд Юсифзада. Начинает прессинговать. А Каркху, наоборот, более аккуратно и осторожно начинает этот поединок. Правда, пропустил уже несколько боковых ударов. Скрывается за блоком, хорошим таким Юсифзада, и атакует боковыми ударами. Прессингует причем очень рьяно. Пробил несколько раз в корпус, перевел на голову. И при этом дает подходить к себе Каркху, оппоненту. Вот смотрите, еще несколько боковых. Есть хороший правый хук в исполнении Масуда. Пытается отвечать ударом на удар Каркху, но не получается. Видно, что проигрывает в мощи. Правый боковой. Снова контроль дистанции показывает Каркху. И посмотрите, сейчас неплохо получилось. Причем попал как в корпус мощным боковым ударом. И добавил апперкот. Джеб. И тут же боковой удар. Снова от Масуда. Пытается оттеснить от себя Каркху. И оказывается в нокдауне, по-моему. Или нет? Рефери не отсчитывает. Нет, нокдауна не было. Еще один боковой удар от Масуда. Так. И вот забирает один балл сейчас рефери с Масуда за удар открытой перчаткой. Снова боковой, еще один боковой от азербайджанского спортсмена, нацелен на нокаут. Масуд Юсифзада. Снова обмен. Хороший контроль, апперкот и попытка достать боковым ударом, но не получилось. Раунд завершен. Отдыхают спортсмены. Старался в этом раунде Масуд Юсифзада атаковать боковыми, прессинговать и вкладываться в каждый удар. И у него это получалось. Но при этом
Иногда локальные успехи мы наблюдали и со стороны Хакху. Другое дело, что их было не так много. Нет, все-таки здесь нокдауна не было. Это уже когда упал на колено Хакху, его Юсифзада решил там добить пыл, с пылу с жару. Второй раунд. Не будем забывать, что у нас сняли балл один с азербайджанского спортсмена. И это значит, что он как минимум в этом раунде не ведет. Даже то есть, если он его выиграл, отняли балл, и тогда уже счет равный. А если проиграл, то уже у Хакху преимущество в 2 балла есть. Старается он удерживать дистанцию джебом. Там несколько апперкотов хороших получилось пробить. Еще одна двойка, и тут же джеб. Несколько боковых, и там же двойка от Хакху. Старается он не подпускать в этом раунде уже к себе азербайджанского боксера. Понимает, что нет никаких причин ввязываться в открытый обмен. Есть двойка и еще одна попытка достать двойка. И апперкот тут же от Хакху. Отличный, по-моему, сумел потрясти он там даже. Масуда. Тот сразу пытается клинчевать. Да, функционально прекрасно. Боксер из Шри-Ланки готов. И он это нам сейчас демонстрирует. А вот Масуд, такое ощущение, что отдал много сил в первом раунде. А нокдауна добиться не смог. Боковой удар. Еще один. Вот сейчас был хороший удар в исполнении Масуда. Так, есть нокдаун. Все-таки зарабатывает Масуд Юсифзада нокдаун в этом раунде. Возобновляется бой. Стоп! 30 секунд до конца второго раунда. Еще 2 боковых удара от Масуда. Снова прессинг. И там пытается Хакху пробить двойку. Еще один момент неплохой был в его исполнении. Удар с правой руки. Снова попадает азербайджанский спортсмен. Все. Ну что ж, раунд завершен. Ну вот, честно сказать, даже не знаю, кому отдавать эту трехминутку, потому что вроде бы и Хакху неплохо действовал здесь, попадал, особенно с двойкой, и контролировал дистанцию, но при этом оказался в нокдауне. То есть все-таки определенный ущерб сумел Масуд нанести своему сопернику. Поединок возобновляется. Третий раунд. Начинает раздергивать снова передней рукой
Юсифзада, но пропускает навстречу. Есть джеб. Хорошо вставляет апперкот там. Хаку. И вмешивается рефери. Несколько ударов в исполнении Хаку. Ну и там, как всегда, Масуд Юсифзада выбрасывает свои фирменные боковые удары. Промахивается здесь же Юсифзада. Идет вперед. Хорошо попадает с двойкой здесь Хаку. Но пропускает навстречу. Все терпит Хаку. Самые тяжелые удары от Масуда он выдерживает, как ни в чем не бывало. Выбрасывает сейчас джеб. Хаку. Так, здесь у нас явно с плашкой какие-то проблемы были сейчас. 3 минуты показывала. Но поединок уже близок к завершению. Есть боковой удар от Масуда. Промахивается здесь же с апперкотом Хаку. Еще одна комбинация от Масуда. Попытался перевести на голову. Великолепная серия от Хаку. Здорово он действует здесь, в 3-м раунде. Рефери делает замечание. Двойка от Хаку. Промахивается. Вновь Юсифзада. Пробивает с правой руки. Юсифзада. И снова клинч. Отрабатывает по корпусу. Переводит на голову Хаку. Да, прекрасно просто готов к этому поединку. Хаку. Ну что ж, сейчас судьи определят победителя этой встречи. Молодец, молодец. Но победил. Представитель Монголии очень и очень удивил. Тренер Масуда уверен в том, что азербайджанский спортсмен одержал победу в этом бою. Давайте послушаем. Ну что ж, и я думаю, что справедливо. Энхмандак Харку одерживает победу в этом поединке и выходит в следующий раунд. Поздравляем! И смотрим сейчас наиболее яркие моменты этого боя. Thank you.
Ну что ж, и мы в ожидании главного поединка весовой категории до 52 килограммов. На сегодня это Дмитрий Двали против Рамоса Гонсалеса Мигеля Антонио. Дмитрий Двали представляет Россию. Рамос Гонсалес Мигель Антонио представляет Венесуэлу. Ждем появления. Вот Рамос Гонсалес. Мигель Антонио. А вот и Дмитрий Двали. Входит в восьмерку лучших боксеров России. Является мастером спорта и чемпионом России среди молодежи 2021 года. Дмитрий Двали. Что касается Мигеля Рамоса, он, кстати, приезжал в 2019 году в Россию, в Каспийск. И там проводил поединок с Заиром Шахабеддином, которому уступил. Ну что ж, смотрим. Дмитрий Двали, Рамос Гонсалес Мигель Антонио. Болеем за нашего боксера. Это, кстати, последний поединок весовой категории до 52 килограммов. Дальше мы перейдем в 75. Итак, первый раунд. В правосторонней стойке начинает этот бой Рамос Гонсалес. Хорошая атака от Дмитрия Двали. И слева попадает джебом. И справа через руку пробивает великолепно. Выбрасывает джеб. Двали поджимает оппонента, поддавливает. Идет вперед в атаку. Выбрасывает сдвоенный джеб. Но проваливает его атаку сейчас Гонсалес. Не получилось достать боковым. Двали своего соперника. При этом рефери дает замечание. Возобновляется бой. Снова выбросил там хороший джеб Дмитрий. Еще атака. Продолжает прессинговать Дмитрий Двали. Все делает правильно, потому что в равном поединке, когда примерное количество ударов будет у обоих спортсменов, конечно же, отдадут победу тому, кто шел вперед, прессинговал, старался работать первым номером. И сейчас это Дмитрий Двали. Промахивается представитель Венесуэлы. Вновь два боковых. Двали выбрасывает, но, правда, пропустил там навстречу удар. Неплохая комбинация. Пытается уходить представитель Венесуэлы и не давать по себе бить. И в целом у него это получается достаточно неплохо. Вновь Двали отрабатывает по корпусу. Попытался перевести на голову. Вновь. Неплохо. Снова в корпус пробивает Рамос Гонсалес. А тем временем остается 30 секунд до конца. Снова Двали отрабатывает по корпусу, переводит на голову. Но раунд, безусловно, остается за российским спортсменом.
Ну что ж, второй раунд. Сейчас в перерыве говорили Дмитрию Двали, чтобы он не валился вперед на соперника, не застаивался. Потому что как только он проводит атаку, остается в положении, которое может использовать его оппонент. Тут же клинч. Отрабатывает неплохо. Здесь сейчас Рамос Гонсалес. Хороший удар получился, и апперкот, и там боковой. Здорово. Двали попадает джебом, прессингует. Так, рефери дает команду Дмитрию Двали, замечание вернее даже, чтобы держал голову повыше. Есть боковой удар в исполнении Мигеля Антонио. Снова клинч. Атакует апперкотом, попытался перевести на голову, боковой пробить Рамос Гонсалес. Достаточно уверенно действует венесуэльский спортсмен. Есть несколько ударов по корпусу и попытка перевести на голову с его же стороны. Ну и снова апперкоты. Есть боковой удар от Рамоса Гонсалеса. Еще несколько боковых. Отрабатывает по корпусу и переводит на голову венесуэльский спортсмен. Есть снова атака в корпус. Двали пытается ответить. И вот сейчас с правой руки здорово попадает в голову Дмитрий. Нужно развивать свой успех. 30 секунд. Снова корпус и снова в голову переводит Дмитрий. Но ударов слишком мало. Нужны повторные атаки, нужны комбинации, серии. Этого пока мы не видим от Дмитрия. Только два удара выкладывает. И все. Ну и вот здесь мы видим, как отвечает Рамос Гонсалес. Раунд завершен. Смотрим сейчас самые яркие моменты этой трехминутки. Поединок возобновляется. Дмитрий идет вперед, прессинговать начинает, выбрасывает хороший боковой удар.
Но рефери вновь делает замечание Дуали о том, что он низко держит голову. И причем держит в таком положении, что может нанести травму сопернику. Корпус голова снова от Гонсалеса. Уходит он в сторону, пытается встречать Дмитрия Дуали. Закручивает при этом. Скорость все еще при нем. Ну а Дуали по-прежнему гнет свою линию. Продолжает идти в атаку. Апперкот сейчас хороший в его исполнении. Здесь в клинче поработать Дмитрию Дуали неплохо было бы. Корпус и голова были открыты. Попадает в корпус Дуали. Полторы минуты при этом остается до конца. Снова боковой удар и вновь перевод на корпус от Дуали. Промахивается сейчас. А задумка была великолепная. Ну что ж, у нас минута. Минута остается до конца. Несколько апперкотов пробивает Дмитрий Дуали. Продолжает прессинговать, и там уже рефери даже от такого накала упал, но мгновенно поднялся. Отсчитывать не пришлось. И несколько боковых ударов от Дуали. Ну и пытался ответить Гонсалес всякий раз, когда пропускал. Что ж, поединок завершен. Сейчас судьи будут определять победителя. Непростой поединок для Дмитрия. Гонсалес действительно показал свое мастерство и старался работать на дистанции, старался работать на ногах. Не всегда получалось. У Дмитрия тоже были моменты, когда он пропускал, а сам выбрасывал удары, которые приходились либо в блок, либо в воздух. Но, тем не менее, мне кажется, что за счет агрессии, за счет напора и более качественных атак Дмитрий должен этот поединок выиграть. Поздравляем! Дмитрий Дуали одерживает победу и выходит в следующий круг. Браво!
Боксер является участником квалификационного турнира к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Победитель. Итак, следующий поединок уже весовая категория до 75 килограммов. Морено Фендеро из Франции против Рахима Абдура из Бангладеша. Итак, Морено Фендеро, боец достаточно известный во Франции, чемпион Франции в этом весе, 21 год ему, и участник квалификационного отбора к играм в Токио. И его оппонент Абдур Рахим из Бангладеша, участник азиатских игр 2010 года в весовой категории до 64 килограммов. То есть вот за 11 лет поднялся на одну категорию вверх. Так, смотрим. Правосторонние стойки работает у нас Морено Фендеро. Он в красных перчатках. Рахим работает также в правосторонней стойке, но в перчатках синих. И как акцентированно Морено сейчас идет вперед, выбрасывает боковые удары. Но там по затылку. Фактурный боец, представляющий Францию. Пытается встречать джебом Рахим Абдур, но пока не вкладывается в удары. Снова по корпусу отрабатывает великолепно Морено. Переводит на голову. Попадает и в целом Рахим также. Джеб. Снова корпус и перевод на голову. Еще одна атака. Великолепно действует Морено Фендеро, но при этом не устать бы ему, потому что вкладывается в каждый удар. Апперкот, перевод на голову от Рахима Абдура. Есть боковой. В ближнем бою работают боксеры. Еще один боковой удар. Контроль дистанции показывает здесь Морено Фендеро. Два боковых. И есть нокдаун. И нужно сказать, что к этому шло. Постоянно Фендеро наносил тяжелые плотные удары, пропускал их Рахим, но при этом держался. Вот в последней атаке уже сказался тоннаж общий. При этом будет продолжать гнуть свою линию Фендеро. И большую часть ударов он наносит именно по корпусу. Посмотрите, еще один нокдаун зарабатывает Морено. Все. Рефери поединок останавливает, продолжить не дает. Видно было, что не уверен в том, что стоит продолжать Рахим Абдур. Вроде бы и сказал, что готов, но по лицу было видно, что ошеломлен он вот этими двумя нокдаунами. И решил рефери поберечь спортсмена. Абсолютно правильное решение с его стороны. И таким образом Морено Фендеро одерживает победу уже в первом раунде. Действительно, очень интересный спортсмен. Посмотрим на него. Но во Франции он уже считается звездой, восходящей звездой. На него многие ставят, болеют, переживают. И имеет все основания этот парень считаться таковым. Одной из угроз
весовой категории до 75 килограммов. Тем интереснее будет следить за этим весом в дальнейшем. Ну что ж, поздравляем Фендера с этой победой, техническим нокаутом в первом раунде. Итак, следующий поединок, также весовая категория до 75 килограммов, в которой у нас сойдутся представители Белоруссии и Казахстан. Тимур Нурсаитов из Казахстана на ваших экранах сейчас был. Кстати, не так давно дебютировал он в профессионалах и одержал уверенную победу. Рита, бой номер 6, второй четвертьфинал. Весовой категории 75 килограммов. Третий поединок судья международной категории Бекшон Юсупов, Узбекистан. Ну и соперник из Беларуси Андрей Викторович. И его оппонент Тимур Нурсаитов. Заключительное наставление от рефери. Итак, поединок начинается. Первый раунд. Андрей Викторович у нас работает в красных перчатках. Тимур Нурсаитов в синих. Атака была по корпусу неплохая. И тут же боковой. Пытается закручивать Андрей. Держит дистанцию. И вот тут же боковой удар мы видим от Тимура Нурсаитова. Старается вкладываться он. Сдвоенный джеб от Викторовича. Есть еще одно попадание. Есть боковой хороший. Начинает, продолжает, вернее, прессинговать Нурсаитов. И удерживает дистанцию Андрей.
меня меняйте, голова туловища, голова туловища меняйте. Стоп! Тайм! Так, рефери делает сейчас замечание. И там, по всей видимости, да, пластырь. Было рассечение у Андрея. Но его заклеили, и теперь продолжается поединок. Заклеили перед поединком. Но мы понимаем, что много травм достаточно у спортсменов. Во время турниров бывает, они накапливаются. От этого никто не застрахован. Все-таки каждый день проводят бои. И зачастую бывает, что 4-5. До финала. Поэтому это в порядке вещей. Ну а здесь мы видим, как неплохо действует на скорости Нурсаитов. Атаковал сейчас передней рукой с оттяжкой назад и затем включил левый кросс. Выбрасывает джеб Андрей Викторович. Ну и снова клинч. Команда брейк, нужно делать шаг назад. Снова попытался подловить на дальнюю руку, но не вышло у Тимура Нурсаитова. Что ж, первый раунд завершен. Неплохо действовал на скорости Нурсаитов, периодически взрывался и атаковал от соперника. Но при этом Андрей все же дистанцию старался контролировать. И за счет этого у него определенные успехи были. Давайте посмотрим наиболее яркие моменты. Поединок возобновляется. Ну и снова действует с дистанции. Нурсаитов попытался достать апперкотом, попытался пробить кросс, не получилось. При этом уповает он на один точный удар или два максимум. А вот Андрей Викторович, наоборот, атакует серийно. И это работает. Вот посмотрите, снова джеб, снова атака в корпус, и все. Дальше стоит Нурсаитов. Ничего за этим не следует. Еще один боковой. Стоп! Тайм! И снова там какие-то проблемы возникли с пластырем, который закрывал рассечение Андрея. Хороший боковой удар проходит у Тимура Нурсаитова. Еще один. Полторы минуты еще работать во втором раунде. Атакует в корпус. Андрей попытался перевести на голову, но не получилось. Тут же джеб. Еще один сдвоенный джеб и левый кросс. Почтальон такой своеобразный получился у Андрея Викторовича. И там рефери вмешался.
Выбрасывает сейчас передней рукой снова джаб. И левый хороший момент был у Тимура Нурсаитова. Но вот почему-то не повторяет атаку или не продолжает ее Тимур. Даже в раунд завершен. Да, мы видим, что зрители в зале присутствуют, представители команд болеют за своих ребят. Ну и, конечно, следят за потенциальными соперниками в следующих раундах. Поединок возобновляется, третий раунд. Снова выбрасывает джеб Нурсаитов. Еще один. И вот с левой на левую получилось пробить друг по другу боксерам. Атакует корпус. И тут же джеб мы видим от Нурсаитова. Стоп! Стоп! И вот призывают, кстати, там пробивать почтальон Андрея Викторовича. И он попытался это сделать сейчас, но оказался к этому Нурсаитов готов, который наверняка также знает русский язык. И здесь, конечно, вот эти подсказки с рингсайда, они, по сути, имеют место быть только тогда, когда ты боксируешь с иностранцем, с человеком, который твой язык не знает. Ну, а здесь советовать какие-то комбинации пробивать, наверное, бессмысленно. Поджимает сейчас Викторович. Пропускает навстречу удар с левой руки от Тимура Нурсаитова. Снова проблема. И дал понять рефери, что четвертого раза уже не будет. Постоянно приходится прерывать поединок. Атакует сейчас боковым ударом. Здорово получилось у Тимура Нурсаитова. Еще один боковой. Уходит в сторону. Ну и вот попытался пробить сейчас передней рукой Викторович, но не получилось достать. 10 секунд при этом остается до конца. Хороший боковой. Ну ладно. Нурсаитов проводит 1-2 удара и дальше пропускает навстречу. Что ж, поединок этот завершен. И сейчас судьи определят победителя данной встречи. Ну и, конечно, такое решение достаточно, наверное, неоднозначное будет. Может быть, раздельное, поскольку каждый из боксеров сделал определенную часть работы достаточно хорошо.
что ж, Тимур Нурсаитов одерживает победу единогласным решением судей. Поздравляем Тимура с этой победой. Он проходит следующий круг. Ну что ж, следующий поединок, та же весовая категория, до 75 килограммов. Кристиан Валеро Прада, представляющий Колумбию. И его соперник Парк Цзиньхун, представляющий Корею. Именно так правильно его фамилию произносить. И его оппонент Кристиан Валеро Прада, Колумбия. No holdi, no lo blow. Listen to me. Vishoran. Ну что ж, все готово к началу. Кристиана Валеро Прада мы уже видели в предыдущих поединках, в наших трансляциях. Достаточно неплохой боксер, быстрый, который любит взрываться с дистанции, выбрасывать некоторое количество ударов. При этом работает он, как правило, серийно. Ну, а сейчас вот в Парк Цзиньхун, мы видим, старается его встречать всякий раз, когда он сближается. Выбрасывает несколько джебов передней рукой Парк. Кореец пытается работать налегке, на ногах, передвигаться, перемещаться, не давать по себе плотно бить и прицельно. Вот двойка, и уходит на безопасное расстояние. Парк Цзиньхун снова клинч. И пропустил навстречу Валеро Прада. Снова команда «Брейк». И рефери напоминает, что когда звучит команда «Брейк», нужно делать шаг назад. За это даже, кстати, балл могут снять. Закручивает. Великолепно кореец и старается фехтовать со своим соперником, не подпуская при этом к себе. Тактика правильная. Ну и вот колумбиец выбрасывает несколько ударов. Попытался пробить как в голову, обозначить вернее, и затем перевести на голову. А вот здесь боковой удар у него прошел. При этом остается все меньше и меньше времени до конца первого раунда. Вновь прессингует колумбийский боксер. Попытался достать боковым, не получилось. Есть удар с левой руки. Здорово действует здесь Парк Цзиньхун.
брейк. Рефери дает команду брейк. Апперкот, и там же боковой. В правосторонней стойке продолжает работать кореец. Не дает по себе бить. Пробил в корпус. Кристиан Валера. Снова клинч. Атакуют передней рукой. Раунд завершен. Ну что ж, достаточно сложно для обоих спортсменов прошла эта трехминутка. Мы видели, что были отличные серии у Кристиана Валера Прада, когда он шел в атаку и проводил 3-4 удара. Но затем Парк Деньхун сумел подстроиться и с дистанции закручивал, когда тот к нему приближался, проводил удары навстречу. И при этом отмечу еще раз его работу ног. Говорил сейчас тренер Кристиана Валера Прада о том, что нужно проводить удары, не вкладываясь в каждый из них, а наоборот выбрасывать серии. И так, чтобы общий эффект аккумулировался. То есть набирать вот это количество необходимых точных попаданий. Ну и мы видим, что пытается как раз именно этот план притворить в жизнь Кристиан Валера Прада. Выбрасывает удар навстречу. Снова контроль дистанции. Со стороны Парка Деньхуна. Так, но здесь нокдауна не было. Поединок возобновляется. Бросается вперед колумбиец. Хорошая атака передней рукой. И навстречу. Пробивает здесь Парк Деньхун. Хороший, мощный удар с передней руки от корейца. Да, ну вот колумбиец берет напором свое. И эти серии из 3-4 ударов, они работают. Нет, 2, конечно, маловато будет. Провалил хорошо Парк Деньхун. Соперника оказался на канвасе, но нокдауна не было. Минута остается буквально до конца. И включает правую руку, причем там и команда была со стороны тренера Дереча, Дереча, то есть правая, включая ее. И всякий раз, когда слышит Прада команды от тренера, он пытается их исполнить. Похвально. При этом на самом деле тренер советует очень правильные вещи. Вот эта серийная работа, которую в перерыве как раз-таки подсказал делать тренер, она возымела свои плоды. А вот мы видим, что все-таки нокдаун зарабатывает здесь под Деньхун. Снова прорывается на ближнюю дистанцию колумбиец. Есть атака по корпусу, перевод на голову. И двойка. Снова идет вперед. Пока все.
El que gana está santo, gana la pelea, ¿ok? Trámelo, 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 trámelo. Vamos a tirar la boa, me toca tirar boa. Y ojo con el boa, vamos a tirar la boa. Alza la mano adelante. Combina con tres más, pero combina con una sola. Esa doble ya está marcando bien, porque es cuando una doble ya y le mete la derecha a la cola. No le tiras con la cabeza, mete la pecho. Итак, третий раунд. Ждем начала. Поединок возобновляется. И тут же Кристиан Валера пошел вперед. Он понимает, что нужно так же ярко провести третий раунд, как второй. Двойку хорошую всаживает колумбийский боксер. Есть еще атака. И там апперкот, и боковой удар. Все получилось. Тут же джеб. Но прессинг показывает Валера Прада. И еще одна атака в корпус. Перевод на голову. Выбрасывает джеб кореец. Но натыкается на встречные два удара. Еще одна атака. Не ослабляет давление Кристиан Валера. Звучит команда «Брейк» и вновь напоминает рефери, что нужно делать шаг назад. Проваливает хорошо сейчас кореец своего оппонента. Но при этом полторы минуты. Полторы минуты еще работать в третьем раунде. Даже больше. Очень много желания победить у Кристиана Валера, но и при этом отмечу его функциональную подготовку. Все-таки работать в таком ритме на протяжении трех раундов очень энергозатратное занятие. Но колумбиец справляется с этой задачей. Clean. Clean. Okay, you. No back. Box. No holding right. Stop. No holding. No. Box. Поединок возобновляется. Stop. Очень много грязной работы мы видим. Box. В третьем раунде. Снова клинч. Атака апперкотом. И там же боковой удар от Валера. Хороший, плотный боковой. От корейского спортсмена. Снова идет вперед колумбиец. Выбрасывает атаку в корпус. Перевод на голову. Все. Поединок завершен. Сейчас судьи определят победителя встречи. Но
Ну что ж, Парк Дзиньхун одерживает победу и выходит в следующий круг. Поздравляем его. И у нас остался последний поединок, в котором встретится Алексей Семыкин, представляющий Россию, и Миршариф Казимзаде из Азербайджана. Итак, ждем приглашения боксеров на ринг. Миршариф Казимзаде и Александр Семыкин. Александр является чемпионом Европы среди молодежи 2019 года. Ну и его оппонент Миршариф Казимзаде провел уже огромное количество поединков в любителях. В том числе, кстати, в этом году был в Италии на международном турнире. И там одержал две победы. Но в третьем поединке проиграл Богдану Толмачеву. Ну что ж, желаем удачи Алексею Семыкину в этом поединке. Поединок начинается. Первый раунд. Мы видели уже, как работает Миршариф Казимзаде в предыдущих поединках на этом турнире. Постоянно он старался вкладываться в каждый удар, прессинговать, работать в ближнем бою. И, в принципе, сейчас пытается навязать именно такой ход боя. Ну и вот здесь Алексей Семыкин грамотно встречает. Передней рукой. Хороший боковой удар получился у Алексея. И тут с правой руки попадает Миршариф. Обменялись джебами. Пытается боковые удары включать в свою работу Миршариф Казимзаде. Причем они такие короткие, у него достаточно получаются, не особо их видно. Выбрасывает снова джеб Алексей Семыкин. Есть боковой от Миршарифа. Хороший боковой получился у Семыкина. Отдает он пространство, понимает, что Миршариф сам пойдет на него, и нет смысла идти боксировать кость в кость. Нужно стараться переигрывать азербайджанского спортсмена. Хорошо попытался через оттяжку пробить Алексей Семыкин. Оттяжка получилась, а вот двойка не прошла. Снова прессинг, боковой удар.
Отрабатывает по корпусу Миршариф. Ну и отвечает тем же Алексей Семыкин. Правда, еще и закончил в голову. Возобновляется поединок. Обменялись боковыми ударами. Плотный правый кросс в исполнении Алексея. Идет вперед Миршариф и попадает также своим боковым. Хороший джеб от Алексея. 10 секунд до конца. Еще один боковой закручивает в правильную сторону. Семыкин и как встречает великолепно правой рукой. Как только сблизился Миршариф Казимзаде, тут же всаживает Алексей Семыкин правый кросс. Великолепная работа в конце раунда. Вот, посмотрите еще раз наиболее яркие моменты. Дайте воды. Дай воды. Вот сам работаешь, все твое. Понял? Дергай здесь, только успевай дергать. Чуть дергай. Усаживай. Бой возобновляется. Второй раунд. Пробивает двойку Алексей. И еще один удар получился. Закручивает в сторону. Хорошо. Семыкин. Есть джеб. И попытался пробить с правой руки Семыкин. Ну и тут же клинч. И вот посмотрите, как действует Миршариф при выходе Алексея из клинча. Алексей выходит, думая, что удара не будет, а туда же всаживает короткий боковой удар Алексей. В открытую зону. Снова пытается встречать. И, на мой взгляд, Алексею здесь вообще не нужно давать возможность сблизиться Миршарифу Казимзаде, потому что всякий раз, когда эту возможность находит Миршариф, он тут же проводит серию атак. И даже несмотря на то, что Алексей Семыкин защищается за блоком, все равно эти удары, они абсолютно ему ни к чему. И через блок они также ощущаются. Полторы минуты. Есть удар с правой руки от азербайджанского спортсмена. Попытался пробить в корпус и перевести на голову Семыкин. Минута при этом остается до конца раунда. С правой руки великолепно. И как ушел-то? Бесподобно просто. Семыкин отработал предыдущий эпизод. Джеб. Есть атака. Удар с правой руки проходит у Семыкина снова. И здесь же здорово пробивает он в корпус. Встречает отлично своего оппонента. И снова включает правую руку Семыкин. Короткий боковой получается у
азербайджанского спортсмена. Раунд завершен. Видно, что тяжело дышит Миршарив Казимзаде. Ну и Алексей, кажется, посвежее. Посмотрим. Третий раунд, он же заключительный в этом поединке. Бросается вперед Миршарив. Снова в центре. Показывает контроль дистанции Симыкин. Ну и там по затылку пробивает Миршарив. Снова бросается вперед с боковым, но его грамотно встречает Алексей. Уходит на сайдстеп и видит правый боковой короткий и подныривает прямо под руку. Снова попытался встретить, но там опять бьет Миршарив по затылку. С правой руки великолепно Алексей Симыкин встречает Миршарифа. Забирает один балл рефери у Алексея Симыкина за то, что он очень часто прихватывает соперника. Сделал несколько до этого замечаний. Провалил атаку великолепно Симыкин. Ушел в сторону. Бросается вперед Миршарив, но при этом ударов уже с его стороны таких плотных, акцентированных, как в первом раунде, мы не видим. И вновь клинч. Отработал по корпусу, попытался перевести на голову Миршарив, и получилось. Еще одна атака проходит у азербайджанского спортсмена. Не отпускает он там Симыкина. 30 секунд между тем остается до конца. Снова боковой. Продолжает он нагнетать. И Симыкин встречает двойкой. Тут же джеб. Еще один джеб. И там же кросс был. Боковой удар. Промахивается Миршарив Казимзаде. И вновь клинч мы наблюдаем. Все. Поединок завершен. Дело за судьями. Очень непростой бой для обоих спортсменов. Первый раунд на заглядение выдался. Придумал предупреждение в третьем раунде себе. Ну вот тренер сейчас Алексей Симыкина сказал про предупреждение, которое получил, к сожалению, Алексей. Это может сказать, вернее, это может сказаться на результате. При этом первый раунд мог уйти
в любую из сторон. Второй тоже был примерно равным. А третий, получается, выиграл азербайджанский боксер. Единогласное решение. Ну что ж, Алексей Семыкин одерживает победу единогласным решением и проходит в следующий круг. Поздравляем. По всей видимости, первый и второй раунд отдали ему, которые были близкие. И таким образом Алексей одержал победу по очкам. И сейчас мы посмотрим наиболее яркие моменты этого боя. Великолепно уходил от атак. Алексей Семыкин подныривал под боковые удары. Встречал кроссом и контролировал дистанцию джебом. Но периодически все-таки удавалось Миршарифу Казимзаде проходить в ближний бой и там атаковать корпус и голову. В особенности удался ему первый раунд, когда еще были силы, был свеж Миршариф. Ну а потом подсела, конечно, скорость. Ну что ж, друзья, вот таким получился четвертый день 58-го чемпионата мира среди военнослужащих, который для вас прокомментировал Давид Кучешвили. Смотрите телеканал «Матч Боец», болейте за наших ребят, не забывайте заниматься спортом и до новых встреч!